Привет, друзья! Вы на канале Цветочный сад у Аленушки. Тема сегодняшнего видео – обзор всходов моего болгарского перца на 20 марта. Сегодня у нас 20 марта. Вот такой перец. Еще подкормки не было ни одной. Я вам рассказывала, что я стараюсь его не пикировать, то есть сажаю более наполовину ящика, начинаю подсыпать по мере подрастания. Но здесь как-то получилось у меня немножечко густовато, я просто его продерну и подсыплю до уровня ящика. Зашел хорошо. Можно сказать, что 100% всхожесть. Сколько по семечкам сажала, столько и зашло. Постараюсь просто продернуть, чтобы площадь немного увеличить для разрастания каждого растения. Рассажу в ячейки, те, которые продерну. И подкормлю фертиколюкс. Первую подкормку сделаю этим удобрением. Вот и все, что я хотела показать в своем коротком видео. Какие у меня перцы на 20 марта. Если мое видео стало чем-то полезным, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. С вами была Аленушка.